У него была комнатка в родительском доме. У нее были длинные спортивные ноги. И еще практический взгляд на вещи. И желание быть самой счастливой из женщин. И еще были молодость, уверенность в силах. В общем, все, что надо, у нее было. И однажды при свете вечерних огней он поклялся ей вечной любви. И теперь ему приходится с ней жить. Ему приходится с ней жить. Ему приходится с ней жить. Он теперь увлекается только деньгами. И от этого редко встречается с нами. А при встрече мямлит, что-то на вроде я занят. И при этом коровьями смотрит глазами. Но недавно он напился почти до укачки. И ко мне полвторого приполз на карачках. Я беседовал с ним, как Герасим Зиму. Я из этого понял лишь то, что ему. Ему приходится с ней жить. Ему приходится с ней жить. Ему приходится с ней жить. Я на утро сказал ему: послушай, старик, я не доктор наук, я не пишу умных книг, но зато у меня есть одна знакомая баба. Ноги, правда, не те, зато здоровье, что надо. Сказал мне, чтоб я помолчал, помолчал хоть минутку. Что я все превращаю в дешевую шутку. Что я всюду сливаю и по уму, что ему. Очень жаль, что не мне, а ему. Я вообще-то не сторонник промискуитета. И меня не волнует история эта. Но в тот день этот парень сказал мне такое, что я напрочь лишился и сна, и покоя. Я готов был поверить, что ему с ней не сладко, что она проглотила его без остатка. Но и в пьяном бреду я подумать не мог, что она запрещает ему любить рок. Ему приходится с ней жить. Ему приходится с ней жить. Ему приходится с ней жить.